Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель» у студії Наталі Гнатенко. Доброї раніці. Як чекається сьогодні, Гомель наведає делегація Оренбургської області на чолі з губернатором Юрієм Бергом. У програмі візиту – зустріча з керівництвом Гомельської області і обміркування питання у міжрегіонального супрацовництва під час наведування місцевих підприємств. Зараз по об'ємах знішньогандлювого обороту Оренбургська область займає четверте місце серед 87 суб'єктів Росії. Российской Федерации, с якими супрацовничает наш регион. 99 годов, минавито стольки прошло с момента утворения белорусской милиции. Ее черговый день народжения гомельские правоохранники означили у громадско-культурном центре святочным концертом, присвоением новых званий и уручением высоких узнагород. На месте подей побывали наши корреспонденты. На всех милиционерах парадная форма, белая кашуля и китель. Святочное мероприемство, промеркованное до Дня белорусской милиции, в областном громадско-культурном центре собрало около 900 супрацовников органов и подразделений. Внутренних справ Гомельщины. Повиншовать их проехали коллеги из соседней России. С увязем двух краин уже не одно десятигодие. Бо, как вядома, у злочинности няма межев. И только с уместными намаганиями можно достигнуть спокою и выполнения законов. Этот принцип давно стал агульным для правоохранников Гомельской и Брянской областей. Хочу поздравить с праздником всех сотрудников Гомельской милиции Белоруссии. С наступающим праздником. Пожелать им побольше, наверное, отдыха, поменьше беспокойных дней, ну и больше заниматься профилактикой, чем какими-то такими серьезными преступлениями. На Гомельщині первые отряды милиции появились амаль 100 годов тому, у соковику 1917-го. С того момента во все, у тем лику и самые непростые для краины шасы, вартовники парадку змагались за безопасность людей. У годы Великой Отчинной войны яны удельничали у оборонных боях за областный центр. После 45-го их праца протягнулась уже у речища боротьбы с узброенным бандитизмом. У конце 80-х гомельские милиционеры навод змагались с наступствами аварии на Чернобыльской АЭС. От себя лично, от всего руководства, я хочу поздравить всех, наш личный состав, с прекрасным праздником. 99-летие образования нашей белорусской милиции. Это большой праздник. Следующий год нас ожидает столетие. Мы имеем значимый результат в оперативно-служебной деятельности, ту высокую оценку, которую дает наш белорусский народ. И мы гордимся, и мы сегодня на высоком уровне празднуем День белорусской милиции. Дякуючи отладженной работе в минулом годе, ни по одним из керунков деятельности милиции Гомельщины не зафиксованный рост злочинности. А кроме того, в опошний час назирается упомненное снижение колькости рецидивных злочинств. За выдатную працу в этот день многие супрацовники милиции Гомельщины отримали новые звания и высокие державные узнагороды. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». Питание организации выпускных вечеров и летней занятости школьников разледжены на областной селекторной нараде с уделом керовников установ адукации в области. Особливую увагу звернули на новые формы отпочинку навученцев. Директорам школы наставникам заборонено займаться сбором сродков с батьков для организации выпускных вечеров. Менавито с гэтага напомину почалась областная селекторная нарада. Звернуться до проблемы примусили звороты в управление адукации жыхароў в области. У некоторых школах на проведение выпускных и подарунки установе батькам необходимо внести сродки, суправнальные с их зарплатой. При тем, что принимать наявные сродки наставникам увогуле заборонено в отповедности с действующим законодавством. Серед меркованных пытаний так само организация отпочинку школьников подчас каникулов. У приватности одночасово со створением профильных групп по интересах плануется реализовать проект «Профессиональные каникулы». В период весенних каникул, а затем мы продолжаем это в летние каникулы, мы будем формировать профориентационные лагеря. Они создаются для того, чтобы ребята в период каникул могли посетить большое количество учебных заведений, высшего образования, учреждений профтехобразования, среднего специального образования, посетить предприятия и организации, знакомиться с опытом сотрудничества, попробовать себя в той или иной профессии и уже в период каникул определиться над тем, куда они будут поступать, с кем они станут в будущем. У Гомелі пройшов обласний конкурс по радіоконструюванні. Школьники у двох узростових категоріях демонстрували свої веди у теоретичному і практичному етапах, а так само представили свій творчий проєкт. За ходом подій сачив наш кореспондент Дмитрий Котов.
Науково-технічній творчості у нашому регіоні завжди надавали шмат уваги. Гэта і діяльність шматлікіх гуртков для молоді і проведення разностайних інтелектуальних споборництваў. Одно з найбільш популярних – конкурс по радіоконструюванні. Сёлета організатори вирішили змяніть його формат. Калі першапочаткова були предугледжены два іспыты – теоретичний і практичний, то зараз яшчэ необходимо представить і свой творчий проект. Из года в год количество участников растет, и вот мы захотели еще больше расширить количество ребят, которые могут участвовать в этом конкурсе, сделали конкурс открытым и убрали командное первенство, то есть дали возможность каждому молодому человеку показать себя индивидуально в этом конкурсе. Удельники ребята, которые являются активными членами объединения по интересам техничного профилю, а так само проявляют добрые веды у сферы радиоэлектроники, энергетики и робототехники. На конкурсе необходимо было продемонстрировать и свои творческие здольности. Каждый представил робота по теме конкурсного проекта Beetlejuice, что перекладывается как коктейль из насекомых. Я сконструировал робот. Это, получается, робот-гексапод. Делал я его около 3 месяцев. Он состоит из 3 серводвигателей, батареи, платы Arduino, которые управляют всеми процессами. Ну и конечности, и ультразвукового датчика, инфракрасного датчика. Как отмечают организаторы, уровень ведов удельников с каждым годом повышается. Многие протягивают и далее заниматься науково-доследшей деятельностью и достигают значных успехов навод на международном уровне. Дмитрий Котов, Дмитрий Радянко, телерадиокомпания «Гомель». Спеціалізовані підприємства Гомельської області починають реалізацію квіток, які вирощені спеціально до 8 соковіка. При цьому з уліком в опиту попередніх годів, сьоліта тут вирощили не тільки повеличити об'єми, але й зробили більш разностайну кольорову гаму. Олег Сінцерова знайомився з пропонуємим асортиментом. У комунальному сільськогосподарчому унітарному підприємстві «Червоний гвоздик» нарихтовку квіток до 8 соковіка практично завершили. У ближайші дні вони будуть заховуватися у спеціальних холодильниках, хоч частка з них вже накерована у гандлову сітку. А проча того, реалізовувати квітки сьогодні планується так само у відповідності з попередніми заказами підприємств, які для своїх жінчин набувають практично оптові партії. Що тичиться асортименту, то у «Червоному гвоздику» сьогодні пропонують у основному тюльпани. Правда, за уліком попереднього опыту, тут повеличили кількість гатунку и зарабили больше разностайную колеровую гамму. У нас персиковый цвет в этом году, он очень актуальный, новый, свежий, он такой с желтинкой немного, яркий, весенний. А так у нас розовый красивый цвет, очень он такой алый. Новый сорт – это пинкреал. Вот белые. Белый тюльпан у нас с каемкой, с розовой, тоже модное новое введение. По словам людей, которые реализуют кветки, на передании 8 соковика цены повеличатся, але не вельми значно. Конкуренция великая, товар может просто сапсоваться. Покуль же, те же хризантемы продают у среднем по 40 тысяч за кветку, гвоздики по 25, самые дорогие ружи. Правда, и тут есть выбор от 40 до 80. Бодай самый бюджетный вариант – тюльпаны. 3 кветки можно набыть за 50 тысяч. Але купляйте и вот такие ружи по 80 тысяч за кветку, причем некоторые набывают одразу целые букеты. На думку реализаторов, куплять кветки на передадне 8 соковика мужчины будут обовязково, хоть шмат кто сегодня дает перевагу больше практичным подарункам, але и романтиков еще хапаем. Мы надеемся, что праздник весны будет праздником весны, мужчины проснутся и пойдут к нам за цветами, потому что, ну, как же без надежды в нашей ситуации, правильно? У вогуле подарунки на жаночий день у Гомелі на любий густ. Аматорам нечого незвичайного, наприклад, пропонують кветку натуральної сухої бавовни за 120 тисяч. Удвоє менш коштує привезена з Голландії брунія, яку можна заховати некілька годів. Серед екзотичного так само сухі мандарини. Їх набувають по некілька штук і дорить у вазах. У одної з квіткових крам кажуть об отриманому заказі на букет за 4 мільйони рублів, але додають, що це все ж таки рідкий випадок. Коли включити фантазію, можна вибрати подарунок більш штанний, хоч так само незвичайный, выключено для самой каханой. Очень много заказов на флауэрбоксы. Это коробки ручной работы, внутри цветы. Мы туда ложим еще французское печенье, макаронс. Вот. Потом много заказов у нас мишки ручной работы с цветами. Вот. Ну, как бы в заказах большинство экзотических интересных букетов и интересных работ. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Трансляции лепших театральных постановок света в режиме онлайн на экранах кинотеатров протягивает ладить предприемство «Кинотаур». Напередодні жыхары и гости областного центра увидели у кинотеатра «Мир» спектакли Уильяма Шекспира «Антоний и Клеопатра». Вероника Ворошилина с подробностями.
Великий экран кинотеатра «Мир» без скажения передае шчырые эмоции, почути и актерское майстерство ведущих артистов сусветно вядомого шекспировского театра «Глобус». Пьеса «Антоні і Клеопатра» – это третья со знакомитых трагедий гениального английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира, якая демонстрировалась жыхарам областного центра у гэтым театральном сезоне. Клеопатра – прыгожая египетская царица, захапила почути Марка Антония, полководца одного из трех лидеров Римской империи, что погрожает стать причиной ее расколу. У спектакля «Антоні і Клеопатра» зліваються разом доброчинність і загана, вічна любов і прага до влади. Постановка «Глобуса» упевнено освітляє усі важні теми, узняті у п'єсі, але робить гэта з некалькі нечаканим ухилом у комедію. До речі, у кожного, хто прийшов у кінотеатр, на конспектакля своє мети і чаканні. Я учусь на факультеті іноземних язиків в Скорині, і, звісно, мені було б дуже цікаво побувати на постановках, які... собственно говоря, ведут на английском, потренировать свою собственную речь. Трансляции с самого Лондона, из театра, который когда-то был основан Шекспиром. И я уверена, что от актеров можно ожидать только самого лучшего. Трансляции спектакля на киноэкране – новый формат для Беларуси, але распаўсюджаная практика у Европе. Это магчимость убашить культовых выканавцев сучасности на великом экране, побывать на спектаклях, которые обмерковываются с усветной публикой. Трансляция лепших театральных постановок света у кинотеатра Гомеля пошалася летось. У год культуры она так само будет протягнута. Так, 5 соковика у кинотеатра Калинина все жадающие смогут убашить оперу «Манон Леско». А 13 соковика тут же отбудется онлайн-трансляция балета «Спартак». Тим кінотеатри обласного центру уже давно перестали быть местом для звичайного прогляду фильмов. Тут постоянно ладять для глядачов цікавые тематичные проекты и перформансы. Варто отзначить, все лето у першиню и Международный жаночий день так само не станет выключением. 7 соковика у 23:30 у всех наведвальников кинотеатра Калинина чекает незвичайная, яркая и оригинальная святочная программа. Программа она будет неким таким сюрпризом для тех, кто к нам сюда придет. Там будут и конкурсы, и розыгрыш призов, и мим-шоу, и фотозона будет работать. Ну и пока мы скрываем это, и это будет сюрпризом, отдельный номер, отдельный подарок для тех милых дам, девушек, которые придут к нам 7 марта. Вероніка Ворошилина, Валерий Гапанько, телерадіокомпанія «Гомель». У Гомелі відбувся третій республіканський конкурс сучасної хореографії «Танцевальний вибух». Удзел у ім прийняли діти, підлітки і дорослі з самих різних кутків нашої країни. Наші кореспонденти з подробязностями. Республіканський конкурс сучасної хореографії «Танцевальний вибух» собрав у Гомелі більш за 30 творчих колективів. Він об'єднав каля 500 удільників різного зросту зі шматліких городов і вісок, причому не тільки нашого регіону, але й у цілому Білорусі. Імідж, техніка, композиція – менавіта по трьох гэтых позиціях визначалися переможці. Вибрати лепших з лепших було непросто, однак жюри задачі справилися. Наша особливість ще конкурсу такова, що коли йде конкурсна програма, ми не називаємо названня колективів і города. Они все выступают под номерами. Так более адекватная оценка, жюри не знает, кто выступает. Конкурсная программа была представлена всеми махчевыми накерунками сучасного танца. Все лето самой запотребованной стала номинация «Стрит-дэнс», те инакш кажучи, в уличные танцы. Наименьшую цікавость у конкурсантов выкликал сучасный сценичный танец «Контемпорари», який включает в себе самые разные направки и техники. Усяго на конкурсе было представлено больше за 60 танцевальных номеров. До творчего споборництва удельники подошли с особливой отказностью и оригинальностью. Главное – полюбить танцы. Тогда у вас все получится. Стараться не сдаваться ни в коем и случае. И душу вкладывать, да. Но в свое дело. Республіканський конкурс сучасної хореографії «Танцевальний вибух» сьоліта ладзіўся уже у третій раз. Що приємно, з кожним годом кількість його удільників росте, поширається географія. Конкурсантами освоюються нові танцевальні напрямки. Коли така тенденція заховається і далі, то організатори мають намір у далейшим одним конкурсним днем не обмежовуватися. Вероніка Ворошилина, Ольга Вальченко, Дмитрий Радянко, телерадіокомпанія «Гомель». І на гэтым наш ранішній выпуск завершаны. У студыі працавала Наталія Ігнатенко. Плённага вам дня і да новых сустрэч у ефіры.